О, а помните, когда на наше видео делал реакцию Флаттергрин? Да, ага, да, видео что-то припоминаю. Тогда. Интересно, что с ним? А чё? Ну, просто он мой земляк, а сейчас такая хрень происходит в их мире, сам понимаешь. Это у Демьяна надо спросить. Кто-то сказал мое имя? Что такое? Ты случайно не знаешь, что там с Флаттергрин? А, что там с Олегом? Просто перейди по первой ссылке в описании и найдешь канал Флаттергрин уже тут, на который сейчас он стабильно ежедневно выпускает видео. Плюс там недавно реакция на наш ролик вышла. О, хорошо, потом обязательно посмотрю. Я тут подумал, а почему бы нам не сделать ему что-нибудь в ответ? Ну, как благодарность. Ведь он нам дал неплохой старт. Ага, который кое-кто уже просрал. Эй! Я думаю, это хорошая идея. Может, что-то вроде реакцию на реакцию сделать? Я вспоминаю те видео от гачитуберов, где персов сажают вокруг экрана, и те смотрят и очень редко что-то комментируют текстом. Для меня такие видео вообще не подходящие. Типа, я включаю какое-нибудь видео на ютубе, когда работаю или играю во что-нибудь, чтоб просто видосик шел на фоне, а тут надо постоянно отвлекаться, чтобы читать текст, который порой можно пропустить. Поэтому я считаю, что это плохая идея. А ну да, пошел я нахер. Здоров, если тебе YouTube плохо присылает оповещения, ну или ты хочешь следить за каждым моим вздохом или чихом в интернете, то подпишись на рассылку в Телеграме, чтобы тебе все обо всем вовремя приходило. Ну и на основной Телеграм-канал подпишись, если не сложно. Также, если я вам нравлюсь как автор, то можете посетить мой Boosty. За подписку материалов за кадром вы сможете просматривать посты о процессе создания от меня контента и буду сливать вам вырезанные сцены, сценарии и прочее. А за подписку первосмотрящий вы сможете просматривать мои ролики из основного контента одними из первых, еще даже за неделю до того, как я выложу видео в открытый доступ. Вот и все. Приятного просмотра. Итак, привет тем, кто будет смотреть это видосе. Собственно, я сейчас записываю во время своего стрима на день рождения канала. Есть, да, днем рождения, семилетием канала. Ну, это старый видос. Ну, тогда с прошедшим. Ручки. Это очень старый видос. Я хотел бы ну ладно тогда. Он задонатил со словами. В смысле, я никому ничего не донатил. Это я ему меня задонатил. Окей. От моего имени. Ты еще небось мою карту взял? Я, да нет, нет, успокойся. Я просто короче, не брал я твои деньги. Rainbow Вика возвращается на ютабчик. Я из будущего, Rainbow Вика так и не вернулась. А кто это? Попробуем. Найдешь ее на ютубе. Может быть, вам зайдет такой контент. И если вам зайдет, то напишите в комментах, чтобы я знал, что вам это понравится. Сейчас я посмотрю, будет ли запись. Ну, да. И когда его реакция начнется. Да ща, подожди, да, немного. Напишите буквально об этом в комментах, если хотите такой контент. О, вот, началось. Кстати, да, Rainbow Вика написала в своем паблике о том, что она возвращается. Но она так том, и не вернулась. Да кто это? Забей. Многострадальный видос, который делала, и у нее больше сейчас времени, и она сможет вернуться и опять заниматься своим канальчиком. Пожалуйста, у меня канал умирает. Да, тогда он даже не подозревал, что сейчас все для него обернется так не в лучшую сторону. Ты про взлом его канала? Да и не только. Блять. Как-то это громко звучало. Извините, на это просто было больно смотреть. Демьян, ты всегда так реагируешь, когда бьешь топ-тубочку? Это еще херня, по сравнению с тем, как обьются кирпичи камина своего дома. Ну да, у меня то же самое постоянно бывает, когда я как-то там ударяюсь мизинцем, как-то вообще ногой ударяюсь об стул или стол или еще куда-то. Короче, просто ударяюсь ногой, это очень больно. Короче, инфа, как выбрать своего лучшего друга. Так, что? Что? Мы попросили не для себя, а для друга, деда, мамы, ну понятно. В общем, как всегда, зовешь его к себе под предлогом поиграть в Brawl Stars. Элли, Джесси, это как раз такие лайфхаки для вас. Но я не играю в Brawl Stars, так что этот лайфхак явно не для меня. Намекни, что ты ему булочку в столовке покупал, и теперь надо. Какой столовке? Мы даже с Джесси в одной школе не учились. Ясно, ты, видимо, еще не врубился в прикол. Такие споры всегда заканчиваются долбить. После спора главное грозно. Это так пикантно. Два пика. Вообще, правду же подолбились. Вы только посмотрите, кто проснулся. Нет, Крит, это просто прикол. Так что твои замечания неуместны. И зачем его сюда позвали? Он же тоже тобой завербован. Значит, он один из нас. Окей, а тогда где Нел? Она не смогла прийти. Сынок, иди-ка проверь, как там дети в подвале. Хорошо, пап. Блин, какая же это все-таки типичная музыка для вообще видосов.
Тяжело слушать. Да нормальная музыка, чё он? Демьян, это правда, что у тебя есть дети в подвале? Ну, были, когда это было мейнстримом. Так, я не понял, а где шестой? Он сбежал через это отверстие. Так, я не понял, в смысле сбежал? О, нет. Кто будет материться в цели? Да. Я проорал с этого клипа Lil Nas X. Интересно, а как он узнал об этом клипе? Когда тот стал мемом? То он или он вовсе следит за творчеством этого исполнителя? То он сначала ковбой со своим All Time Road, то он теперь в тюрьме. А, ну это ответило на мой вопрос. О, Madness Combat? О, сейчас кое-кому будет больно. Астол, сейчас будет довольно жестокая сцена. Ты готов? Простите, да что я там не видел? Я весь Madness Combat пересмотрел. Ой-ой-ой! Жестко. Окей, это пиздец. Ууу, какие словечки ты знаешь. Я да тут котенка. Просто по-другому не прокомментировать. Не это было быть, даже изображено больно. Да вечно котенка. Тебе больно. Ай, ладно, да камон, это был я. Ну-ка скажи мяу. Не мерла Украины ни слава, ни воля. Щена... А, все уже? Я ну из ладно. Украины. Извините, мне просто вставать лень было. Наизусть. Я тоже. Если ты хоть кого-то замочишь, я себе руку отрежу. Ну зачем ты музыку убрал так быстро? Флаттер Гриджи хотел пофлексить. Лайф, а где ты научился так глазами косить? Не знаю, само как-то получается. И выглядит это очень забавно. Эль Примо! Да. Ах ты сука. Я тоже так хочу. А теперь отправь это человеку, который сейчас на диете. Ага, о, кстати, Алина, а помнишь, как мы с тобой на диету сели? Ты сдалась диета. Очень быстро, спасибо, а блин. Я до сих пор держусь. Ой, заткнись. Ты же мне эти видео отправлял, как чтобы меня сбить. Ха-ха, мой коварный план сработал, как я посмотрю. Радуйся, пока можешь. Ёкарный бабай, надо что-то делать. Ну, навряд ли это что-то получится. В прыжке. Я почти в прыжке, давай, чекай. Калаш возьми! Калаш возьми! Возьми калаш! Спасибо, дай пожалуйста. Настя. Кринжану. А чё он угорает, я не понимаю. Нет, вопрос в другом. Над чем он угорает? Над тиктоком Вики или над надписью Кринжану? Неужели людям не нравятся её тиктоки? А, понятно. Ну, типа... Ну, типа, я, честно говоря, не понимаю рофла с ТикТока вообще, в принципе. Но я не понимаю, почему она все-таки, раз есть время, делает ТикТоки, а не видосы. Стоп, мне кажется, или здесь момент обрезан? Да, так и есть. А, и, кстати, это его оригинальная реакция, и я ничего не менял. Коротко о моей самооценке. Кстати, Олег и вправду на Гигачада похож. Да. Мне кажется, этот момент был слегка затянут. You may not rest now the monster near. Nearby. О, Понятаун. Привет, я посижу. Опа, Madness Combat. Вот и думай головой. Ну все, я пошел удалять своих персонажей. Зачем? А не знаю, просто так. Ребят?